Идут годам, чеканным строем, спешат на праздничный парад, живут в истории герои, зовут на подвиги солдат. Россия солнышком согрета, цветы на праздничном столе, свети, сияй, звезда победы во имя жизни на земле. Таких патриотических стихов в копилке автора Владимира Архипова не один десяток. Делиться ими с читателями для него особая гордость и радость. Его приезд в Слободской – интересное событие для культурной жизни города. Миссия поэта – объединение творческих душ Кировской области. Я приехал именно в библиотеку Грина, где я был 3 года назад, которая встреча мне которая очень пришлась по душе. У меня много стихов об Александре Степановиче Грине. Это и в книгах есть, и в публикациях прозаических. Я бывал у него в Старом Крыму на могиле. И, так сказать, живу этой темой давно. Владимир Архипов родился в селе Мухино Зуевского района Кировской области. Там его именем названа библиотека. Сейчас поэт живет в Краснодаре, имеет звание заслуженного работника культуры Кубани. Свой родной Вятский край автор не забывает. Регулярно приезжает и проводит встречи с читателями. Я проехал много городов. Был в Вятских Полянах, в Омутнинске. И всюду нацеливал работников библиотек на пропаганду книг русских писателей о русском характере. Я провожу уже много лет, с 1-го года в Зуевском районе, областную конференцию «Русское чудо. Вятский характер». Поэтому сейчас значение этой конференции увеличится во 100 крат. «Горжусь тобой, родимый край» – так называется книга, которую Владимир Архипов привез с собой. Сборник стихов, посвященный любви к малой родине, поэт подарил городской библиотеке. «Здесь столько талантов, как ягод в лесу, рождаются в тайне и радость несут, приходят не рушить, а миру сберечь высокую душу и русскую речь». Всегда ты прекрасна и сердцем нежна, как тайна, как сказка моя сторона. Пусть новые встречи нам дарят леса, веселые речки и птиц голоса. Любимая Вятка, мой сказочный край, земляк мой загадка, а ты разгадай.